Даже при минимальной ставке с Alimbet ты получаешь бонус. А если больше ставок, то и бонусы больше с каждым уровнем. Запомни, больше ставок – больше бонусов. Бонус-клуб Alimbet. Alimbet. Максимум от игры. Отлично играю, молодежь себя хорошо показывает. Хоть и проигрывает, но отлично показывает. Хотелось бы посмотреть, как играют в дружественной обстановке. То есть, ну, очень все на позитивной ноте. Во-первых, погода замечательная. Во-вторых, мне нравится настрой команды. То есть и одной, и второй. Ребята стараются. И сама игра прям достаточно яркая, несмотря на то, что это товарищеский матч. Ну, мы считаем, что такому клубу, как «Факел», поддержка нужна не только в официальных матчах, но и они должны понимать, что мы их, опять же, поддерживаем даже в будни, тренировочные, товарищеские матчи, даже с молодежкой. Старый болельщик «Факела», поэтому я хотел, ну, побыть в игре и посмотреть молодежку, как играет. Молодцы, резвые, бодрые. Первая половина тайма хорошо бегали. К концу тайма уже их старшие ребята загоняли. Это наш ближайший резерв. Я очень доволен, как ребята проявили себя. Были агрессивны, старались. И на самом деле это очень позитивный для нас момент, потому что это подрастающее поколение, которое должно в будущем заменить игроков, которые сейчас находятся в премьер-лиге. Со своей стороны мы решили свои задачи, мы держали темп. После игры ребята сделали дополнительную беговую работу, поэтому все довольны. Самое главное, что болельщики пришли, поддержали, антураж. Все вообще было круто, позитивно, поэтому отлично. Отдыхаем и готовимся к предстоящему матчу. Некоторые ребята прям приятно удивили, довольны, молодцы. В общем-то, а что касается вообще самой игры, оценивать сложно. И, наверное, как бы бессмысленно. Главное, еще раз говорю, они получили опыт,
каждый справился с ним по-разному. Мы сюда пришли получить опыт с игры против взрослой команды, а почувствовать, каким именно стать футболистами, чтобы там играть в РПЛ. И очень эмоции положительные, очень рад, что сыграл почти весь матч против основной команды. Все игроки очень нравятся, но в особенности нравятся те игроки, которые играют на моей позиции. Это Ираклий Кюкескири, Якимов, Раби, Прохими. Очень впечатлил Калинин, очень мощный защитник, очень хорошо работает с мячом. Ну, мне все игроки нравятся, но вот хотел бы выделить сегодня их. И Гангаза еще очень вообще в порядке.